решено сегодня присутствовать на этом матче. Исполнили Акино. Запасные на ваших экранах. Коласа Гонсалеса. В общем, вот такие вот небольшие. Лаутаро Мартинеса. И команда возглавляет. С этой болезнью по-прежнему борется. Пасе на высокогорье команда Гарики проиграла. Но и сейчас бросил взгляд он в направлении дальней штанги. И после вот такого в состав аргентинской команды. Опасная атака сборной Аргентины. Выдал идеальную передачу внешней стороной стопы. Мог мяч залететь только после удара. Атака ударом поворотом. Она не завершается. Еще раз смотрим. Фалил. Это не стеночка, это стенка. Удар! И в этой ситуации он заброс в штрафную площадь. Прострел. Один из опытнейших. А дальше нарушение правил. Подача штрафной, опасный момент. Да, офсайд был. Офсайд был. Не игры, то, скорее всего, оно, наверное, было. То Гареки. Даже если это матч, моменты может превращать в голы. А сейчас что там? На Перу. Момент у Месси. Месси буквально продирается сквозь. Соперника вроде бы прошел. Или находящийся в отличной форме. Сбивают. Успевают вроде аргентинцы вернуться назад, но Луки защитник махнул мимо мяча, имел помешать пробить лопаду. Не получилось. До последнего стрел подбор за Деполем. Еще один навес. В ворота попал Анхель. Присутствие болельщиков на... Смотрим за этим моментом. Деполь подает. А кто-то получит сегодня желтую, то наконец-то все красиво играют в касание. Не по правилам защитник. Подбор и удар по рэду. Ну, как-то не очень уверенно. Я выходил на нескольких точных передач. И удара дальше. А здесь надо успеть догнать. И еще в перуанском футболе. Хотя, в общем, это всегда была такая три. А сейчас желтая карточка. Немножко точности ему не хватило. А вот еще одна атака. Классный пас. Ноэля Молины. Его порода. Это Лаутаро Мартинес. Монументаля. И особенно, когда взрывается Месси, получает... Да. Нет. А вот теперь Деполь подает. Нет, все-таки. После великолепной передачи Ноэля Мартинеса делал 4 кросса в штрафную площадь и 4-жды на нем. Помимо автора гола, помимо автора голевой передачи, блистала Лионель Месси, только туры Варгаса Льоса. Сейчас вам пионата из команды Сьенсьяно. Слева номер Лападула. И продолжает атаковать сборная Перу. Атакуют Картахена. Это, наверное, когда трижды. Он смещается в центр. Гарсия. Мяч оставляет. Дальний. Дибо Мартинес. 55 на 35. Сейчас. Точно нарушал правила Лападула, но не наблюдалось.
больше, потому что они побольше мячом стали владеть и больше потом Лечи и Беневенто. Эль Бамбино. Часто его называют чемпионат и вывев туда Аргентину. Момент у перуанцев. Не отменят решение. А его не отменят. На Фарфана. Будет ли интрига? Магия есть во всех этих движениях. Хотел ли он до удара? Похоже, что нет. В перекладину попадает Йоси Марио Тон. Красивая какая передача. Месси, Деполь, Адасия. В окружении трех соперников Месси находится. И посмотрите, между ног защитнику прокинул Месси. Вау, Лос Эльса пострадал. Месси, удар. Лионель Месси еще раз. Наблюдаем. А мы пока влезли на них футболку сборной Аргентины. А попадут на чемпионат мира. Подача претендентов. У них шанс есть не только на попадание. Помню, что у него еще и желтая карта. И выходит его одноклубник. Хоакин Корре. Это свежий. Хоакин Корре. Набирает скорость. Хоакин Корре. Удары как. Забить и оттолкнул соперника. Да, действительно. Потому что было нарушение. Но его не засчитали. Но аргентинцы выступают в роли аргентинца. А Месси рядом с ним Отаменди. Вместе там бежал.